Всем привет! Сегодня приготовлю сироп из мяты. Для приготовления сиропа понадобится листья мяты 50 грамм, сахар 600 грамм и вода 600 миллилитров. Мяту отправляем в кастрюлю с предварительно закипяченной водой. Закрываем и оставляем на 40 минут. Прошло 40 минут. Далее в кастрюлю всыпаем сахар. Перемешиваем. Доводим до кипения и сразу снимаем с огня. Кипятить сироп не нужно. Сироп готов. Давайте попробуем. Сладкий мятный вкус с небольшим медовым оттенком. Медовый оттенок из-за того, что я использовал медовую мяту. Хороший вариант в виде топпинга, скажем, к мороженку, и для простых домашних коктейлей. Вот его и приготовлю. В бокал отправляем несколько кубиков льда. Треть бокала заливаем сиропом. Долька лимона. Еще одна. И остаток бокала заливаем газировкой. Вкусно? Да, вкусно. А так все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, переходите на сайт. Всем пока!